Решил, значит, я записать серию, да. Заходим и ничего. И всем привет, с вами RedCat. И сегодня мы поиграем в голодные игры на сервере WimWorld. И я надеюсь, мы с вами затащим и с лаки-блоками, потому что на ней легче тащить. И давайте влепим жирный лайк и погнали! Ну и вот мы уже зареспались на нашей каточке по ХГ, да, и я не знаю, что там у меня упало. А, бежим туда. И сегодня я решил записать ролик. Записываю я, значит, хостинг WimWorld'а, Hypixel'а, с Пейна крашится из-за нагрузки, да, он сам крашнулся. И мне пришлось ждать 1.5 часа, чтобы записать ролик, да. Давайте побежим где-то вон туда, хотя давайте сюда. В дом. Тут точно должен нам попасться. Этот ТРП сразу будет в описании, потому что мне не жалко, да? И фигня. Полнейшая фигуличка. Да. Ничего тут нету. Бежим. Не, у нас очень все топово, да? Бежим сюда. Понятно. Ясненько, понятненько. Так, берем, ломаем лаки-блок. Так, все. У нас есть, в принципе, меч уже нормальный. Такой себе, но нормальный. И под прошлым видеороликом мы за 2 часа на моем неактивном канале набрали 8 лайков. Это ж вообще топово. Я вас очень люблю вам за то, что вы проявляете активность на моем канале, да. Буду теперь выпускать свои ролики каждый день, абсолютно. Очень топово, потому что для вас будет выходить каждый день годный контент. Очень годный контент. Так, тут, походу, все залутано, да. Бежим вниз. Давайте схаваем рыбину, потому что кот, да. Давайте убьем этого челика. Надеюсь, мы его убьем. Так, забегаем в дом и убиваем этого челика. Да, ребят. Шифтим. Так, давайте побежим туда. Так, бежим, да, вниз. Это очень топово. Ломаем тут лаки-блок. Не будем тут ломать, потому что очень все долго. И ломаем. Даймонд. Так, берем, да. Еще один лаки-блок. Надеюсь, там будет. Испугался. И да, испугался. Берем его. А, он сюда. Ну, окей. Бежим наверх. И надеюсь, там не выпадет хотя бы алмазный сет. Его нормального. Только меч алмазный. Но он нам ничего не даст, потому что... Еще один топорик испугался, да, зачем он нам? Не понимаю. Бежим вниз. Ломаем еще один лаки-блок. Все, так, протекшн есть. В принципе, нам остались только прибить шлем и ботинки. И все, мы полностью алмазники, да. Он нас не видит. Это очень хорошо. Давайте его забиваем. На дачу 2 у нас испугался. Убиваем его. И убили, да, найс. Берем на протекшн 2. И у него ничего нормального не было. За что мне попадаются такие нелутанные люди. Так, давайте выкинем вот это все, да. И залутаем этот лаки-блок. И он нам даст бабах. Найс, просто найс. Так, бежим наверх. Осталось 2 человека. 2 против меня. Едим, едим. Ждем людей. Так, возле меня никого. Стреляем. Кто? Кто это был только что? А, у него шипы. Найс. Просто найс. Фиг ломаем. Вон еще один челик, да. Сейчас мы его спокойненько убьем. А, это девочка. Давай, один выстрел. Нет, 2 выстрела. Все, мы ее убили. Я немножко приболел, но я все равно буду записывать для вас видеоролики, да. Вот зачем ты, челик, так поступил со мной, а? Ты. Есть! Мы победили и переходим к концовке. И с вами был RedCat, и надеюсь, вам понравился этот видеоролик, потому что я над ним очень хорошо старался. Были эпичные фразы. И поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был RedCat. Всем удачи и всем пока.